Вітаємо в ефірі ток-шоу «Ліцеїст» і я його ведуча Шевець Вероніка. Людина – це маленька частина суспільства, яка реагує та взаємодіє з ним. Саме тому тема сьогоднішнього ефіру – це емоції, їх виникнення та контроль над ними. Сьогодні в студії присутні експерти Нікіфорова Тетяна, директор Центру по розвитку персоналу «Геліос», та цирульник Дмитрій, лікар, гештальт-терапевт, тренер Інституту гештальтерапії «Мігіс». Серед ліцеїстів сьогодні у студії Софія Данильченко, Бацилай Ангелія, Ангеліна Процепко Олексій та Сосюк Олександр. Хочу нагадати, що лідери продовжують з нами співпрацювати. Сьогодні у ролі лідера Софія Данильченко, і ми розкажемо, як проходили вибори шкільного парламенту та директора школи у школі ліцей номер 7. На завершення ефіру наші молодші ліцеїсти розкажуть вам, як вони ставляться до вивчення іноземних мов. Якщо ви хочете долучитися до нашого обговорення, телефонуйте нам за номером 4504, а також долучайтесь до нас на сторінках у соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбук за електронною адресою, що ви бачите на своєму екрані. Отже, лідер! Ліцейного парламента і президента ліцею шкільного парламенту. Це все ж таки залучити дітей, дати їм зрозуміти, що це їх життя, і вони мають самі собі керувати. Потім привити культуру спілкування, адже якби там проходили вибори, як проходять у нас в ліцеї, ми жили, напевно, в кращому суспільстві. Тут немає ні гречки, тут немає ні гривни. Чи от є спілкування, є велика попередня робота. Проходили попередні дебати претендентів до шкільного парламенту, із 20 треба обрати одного. Дебати претендентів на президента, з 4 треба вибрати одного. Софія, отже, даю тобі слово. Що ж, дійсно, 17 листопада в нашій школі відбулись вибори. Я, як ніхто, чекала цю подію, адже вже 4 роки поспіль я є президентом шкільного парламенту. Це був надзвичайно прекрасний, надзвичайно приємний і водночас і важкий, в свою чергу, досвід. Але я була дуже рада передати цю посаду вже наступному президенту, вже екс-президент. І вважаю, що ці вибори, ну, це була прекрасна можливість для наших ліцеїстів змоделювати, можливо, свою поведінку в майбутньому, тому що вже буквально наступний рік більшість з нас буде голосувати. І дуже хочеться, щоб цей вибір робився свідомо, тому що багато хто в нашій країні вже зневірені, тобто багато хто думає, що, можливо, його голос не такий вже значущий, то саме в школі, я думаю, коли дійсно ця система прозора, по-чесному все, то ми розуміємо, що можливо ще і в країні так само колись буде. Ну не колись, тому скоро буде, якщо всі ми будемо голосувати, всі будемо відповідально ставитись до своїх обов'язків як громадян. І тому школа – це якби такий маленький, ну, дає нам можливість навчитися це правильно робити і свідомо. Дійсно, Софія. А ми вітаємо всіх нових членів шкільного парламенту та Анастасію Самичук, яка стала новим президентом нашої школи. Отже, а ми продовжимо. Емоції, як вони виникають і чи можемо ми їх контролювати? Усе наше життя – це послідовність подій та нашого відношення до них. Саме це відношення та реакція людей на певні явища називається емоціями. У свою чергу емоції бувають як хорошими, тобто радість, щастя, так і негативними, тобто гнів, страх, смуток та інші. Отже, давайте більш глибше визначимо, що таке емоції і як вони виникають. Пані Тетяно. Ну, якщо говорити конкретно емоції, як вони виникають, это же наше определенное состояние. Для меня эмоции, сколько я наблюдаю, изучаю людей, это отзеркаливание состояния в данный момент человека. И как возникают эмоции? Это оправданные либо неоправданные ожидания. То есть если мы едем куда-то отдыхать, приезжаем туда, мы считали, что будет все здорово, будет классно, будет великолепно. Мы приезжаем, а у нас, например, плохие условия, плохое обслуживание, плохая погода. И, естественно, первая реакция после неоправданных ожиданий – это какой-то формата сопротивления, да, какой-то антагонизм.
И вот когда возникает это сопротивление, начинает вылазить вот это состояние, ведь эмоции – это только вершина айсберга, да? То есть это удовлетворенность либо неудовлетворенность тем, что происходит внутри, где-то достаточно глубоко. И вот когда эти ожидания у нас зашкаливали, или они были действительно очень положительными, а мы получаем что-то негативное, неважно, даже в здоровье, в учебе, мы садимся за экзамены в последний день, да, когда мы учим экзамен, да, или в последнюю ночь, и нам кажется, что сейчас мы выучим это досконально за одну ночь, а утром просыпаемся и ничего не помним. Ожидания были одни, они не оправдались, и полезли определенные эмоциональные маркеры. Какие зачастую это бывает? Это либо раздражение, либо недовольство, ну, можно перечислять их бесконечно, либо наоборот, состояние уныния, хандры и тревоги. Боже, как же я сейчас сдам этот экзамен? Да? Пане Дмитре, а до вас таке питання. А чи негативні емоції – це завжди погано? Я как психолог и гештальт-терапевт вообще не разделяю эмоции на положительные и отрицательные. И раз уж они даны нам, так значит, они все для чего-то там нужны. И вопрос не в том, как бы какую-то эмоцию испытать, а какую-то задвинуть подальше, да? А вопрос больше в том, для чего она мне сейчас, ну да, и что она хочет сказать, проявляясь наружу. Как в мультике, помнишь про головоломку? А який саме? Головоломка, диснеевский, пиксаровский мультик пару лет назад, когда, в общем, посмотрите, очень интересно. Дякую. А наскільки я знаю, виникнення певних емоцій пов'язано не лише із нашою реакцією на якісь зовнішні події, а з нашим ще й фізичним самопочуттям. Пане Дмитре, як ви можете пояснити цей процес? Ну, если взять этимологию слова «эмоции», да, то дословно она будет звучать как «движение наружу». Угу. То есть есть некоторая энергия, которая у нас внутри и которая хочет вырваться наружу. И тогда она призвана, чтобы что-то изменить, да, чтобы превратиться в какое-то действие и как-то изменить этот мир вокруг. Да? То есть или начать орать, или начать плакать, или начать убегать, или начать, или немножко увеличить дистанцию тем, что там отвращение там, к чему-то небезопасному. Это, и эти эмоции, они же появляются у самых маленьких детей, да, когда им что-то не нравится, и они хотят позвать там маму ближе. Они сейчас детенство, плачут. Так? Да, с самого-самого детства. Или когда им не нравится пища или плохое молоко, они не едят, эмоции уже даны. И вопрос в том, что если мы их не отдаем наружу, если move и movement не будет, движение наружу, тогда эти эмоции остаются где-то в теле и проецируются. И это уже психосоматика, это уже больше к врачам. Дмитрий, а вот у меня был вопрос. А можно ли эту внутреннюю энергию, ну, с физиологической точки зрения рассматривать как гормоны? То есть тот же эндорфин, он ведь вызывает радость. Скорее, наверное, это и есть то, как наши эмоции зависят от нашего физического состояния. Лёш, я согласен с тобой, но только твои слова, они для меня не про разделение того, что я говорю с функциями физиологическими организма, а наоборот про объединение. Потому что да, оно все очень связано. Когда, не знаю, горная лань, да, убегает от какого-то тигра, если ей удалось убежать, она потом останавливается в безопасном месте и дрожит вся. Ну вот вся дрожит, и у нее вместе с потом, да, вот выделяются эти катехоламины, гормоны стресса, которые давали ей силу бежать. Так то же самое ведь и нам дано, да, то есть если у нас есть эти гормоны, значит, они призваны какую-то энергию, ну то есть высвобождать в движение, значит, они надо для чего. Ліцейська, а чи вам допомагають якось негативні емоції, якось позитивно на вас можуть впливати? Саша? Так, дійсно, на мене емоції будь-які – це як те, що помічає всередині мене ту чи іншу ситуацію або ту чи іншу річ. Тобто, навіть якщо я чую щось приблизно з тією ситуацією, яка мені не подобається, я вже на емоційному рівні розумію, що ніщо потрібно, ну, що це мені не подобається, це дійсно погано для мене. Софія?
Ну, я людина взагалі творча, і може ви зараз скажете, що я путаю емоції з почуттями, але дійсно я люблю трохи як в пам'яті фіксувати якісь емоції приємні, і чесно, от воно мені допомагає в моїй творчості. Я пишу вірші, щось там згадала, і мене часто от питають: «Софія, ти в тебе такі почуття?» Я кажу: «Ні, я просто один раз щось таке схоже відчула, ну, а потім вже далі трохи з вивендаю, там дорозвила чи ще щось». Тобто мені це навіть допомагає тут. Ну і взагалі емоції часто дають, ну, можливо, кажуть, що погані емоції навпаки тобі не дають зібратися, але інколи погана емоція мені допомагає зібратися. Коли я розумію, що емоція погана, я собі думаю, так, треба зібратися все-таки, то я себе заспокоюю. І виходить хороший результат, так? Буває і так. Добре, а кажуть, що стиль життя людини, тобто як людина планує свій час, впливає не тільки на фізичний стан, але й на емоційний. Чи правда це, пані Тетяна? Ну, конечно, влияет. Опять же, возвращаясь к этим ожиданиям нашим, то есть если мы не умеем планировать, не умеем самоорганизовываться и не знаем, что такое самоменеджмент, да, то есть как распланировать свой тайм-менеджмент, да, наука о тайм-менеджменте, умение управлять собой во времени. И, естественно, если у нас мы куда-то спешим, опаздываем, у нас, например, сегодня эфир, да, и мы опаздываем, потому что где-то пробка, тянучка или еще что-то. У нас какое состояние эмоциональное? Возникают поганые эмоции, хвилевание, что мы начинаем волноваться, мы начинаем нервничать, мы начинаем переживать. Этому есть ряд каких-то субъективных причин. Это, конечно, зависит от уровня и ответственности, и добросовестности человека, потому что есть люди абсолютно непунктуальные, и им пофиг, что их там 20 минут кто-то ждет. Да? Это тоже какое-то определенное отношение человека. Когда мы, например, утром собираемся в школу и начинаем искать там любимый носок, да, или там, не знаю, что-то. Потому что мы не спланировали свой день, не распланировали свое утро, у нас не подготовлено что-то. Я не приверженец классического планирования, но это инструмент, оно действительно помогает именно в формате умения контролировать себя, свое эмоциональное состояние, потому что беспорядок крадет у нас 30% времени, и если мы что-то начинаем искать, а когда мы начинаем искать это судорожно, в состоянии паники, естественно, у нас начинает зашкаливать все, что может только зашкаливать. Конечно, негативные эмоции – это как результат самодисциплины. София? А якщо подивитися на таку ситуацію, відомо, що якби, ну, людей часто ділять на сов, на жаворонків. Я перепрошую, ми повернемося, а в нас телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене питання до експертів. Зараз в 11 класі при підготовці до ЗНО для багатьох учнів, ну, багато учнів відчувають великий стрес. І коли ще, ну, дуже спричиняє великий тиск особисте життя, відбувається нервовий зрив. Як нам, підростаючому поколінню, коли зараз на носу екзамени, так себе повести, щоб цей період пройшов на якменш болючіше? Шановні експерти, як от такий період, коли ми дуже хвилюємося перед екзаменами, які нас чекають попереду, як нам більш лояльно до себе користуватись цим і не так сильно хвилюватися? Ну, я разделю на это в формате, разделю эти два понятия: невроз, да, или невротическое состояние. И молодой человек сказал о том, что как мы переживаем и готовимся к экзаменам. Но вас не должно это довести до действительно такого плачевного эмоционального состояния. Как можно первое его избежать? Ваши родители, либо ваши друзья, либо ваши, как их называют, проводники, да, те, кто люди, которые вам помогают, они однозначно, особенно родители, должны поддерживать человека в этой ситуации, что не переживай, потому что те оценки, которые ты получишь, это не результат того, какой ты, да. Чем больше ребенок переживает, тем больше он может не собраться в процессе. Да? Это во-первых. Во-вторых, посмотреть на ситуацию с другой стороны, чем можно заняться в момент, когда ты сильно переживаешь. В первую очередь, это физические нагрузки.
Пусть это будут танцы, пусть это будет футбол, спортзал, все что угодно, но, как Дима уже сказал, эта энергия рвется, положительно или отрицательно, она рвется наружу. И один из великолепных способов – это физические нагрузки, это прогулка. Но обязательно, когда вы разделите все свою подготовку на небольшие рубежи. Вот сегодня я делаю это, потом я иду гулять. Сегодня я делаю это, потом я иду в спортзал. Вот сделаю это, потому что когда мы откладываем что-то на потом, мы еще больше начинаем себя накручивать. И когда мы знаем, что мы что-то не подготовили или не готовы к этому экзамену, мы еще больше переживаем. А в школе мы слышим: давай, давай, ты получишь такие плохие результаты, потому что ты уже изначально плох, да? Что нам каждый день говорит школа. У тебя так. Плохие оценки, значит, ты какой? Плохой. Ты плохой. Поэтому родители в этой ситуации, это очень большая, это колоссальная поддержка, которые говорят: слушай, малыш, ты и так крут, оценки важны, но они не определяют, то хорош ты или плох. Да? Важны всі батьки так до цього відносяться. Хочется сказать еще... Татьяна говорила, что не только родители, да, а опоры можно простраивать и в наставниках, и в тренерах, и в учителях, и в каких-то родительских сильных фигурах. А также друзья, в нашем возрасте уже можно и на себя, и на друзей тоже немножко опоры простраивать. Так, я думаю, що в цій ситуації потрібно навіть на себе подивитися, як ти ставишся до своїх друзів, як ти їх підбадьорюєш, як ти, можливо, свою молодшу сестру вже будеш на наступний рік з нею поводитись. Молодша сестра вже відповідальність. Ну, вже просто, коли вона буде в 11 класі, коли на тебе ляже відповідальність, її підбадьорювати і казати, що ти будеш класно, ти все здасиш. Тому потрібно на себе зараз взяти це. Так. Ну, дуже часто, наоборот, родителі якраз так і вважають, що оцінки – це, якби, все. Да, дуже важливо. Это как раз та вещь, которая показывает твой уровень знаний. И очень часто они за эти оценки могут... Леш, на самом деле очень просто. Пусть родители возьмут, напишут список своих одноклассников и там с параллельных классов и пропишут. Вот, Вася Иванов учился в школе плохо. Чего он в результате добился? Я ни в коем случае не пропагандирую за отсутствие обучения или нет. Я как раз наоборот, для меня очень важно, чтобы особенно дети и люди много читали. Это кладезь, да, всего остального. Перепрошу, у нас телефонный звонок. Доброго вечера. Доброго вечера. У мене цікаве таке запитання. Незабаром сесії хочу дізнатися, чи емоції впливають саме якось на процес запам'ятовування. А чи впливають емоції на процес запам'ятовування, пане Дмитро? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Забыл, не могу вспомнить. На процесс запоминания, я думаю, что влияет. Почему? Потому что в период, когда мы волнуемся, когда у нас очень много каких-то переживаний внутренних, то этот период либо может запомниться нам на всю жизнь, как яркий, красочный период в нашей жизни, да? Либо вытеснится, потому что если эти переживания особенно не очень приятны нам, если не хочется их запоминать, если не хочется... вытеснен. А это если в период таких сильных, токсичных эмоций, переживаний. А вот когда просто эмоции, то... Может, вы мне подскажете, Татьяна? Я хочу привести пример. Я почему-то, Дима, начала рассказывать, я вспомнила свидание, да? Когда мы ходили на свидание, помнишь, Дим, да? Когда мы ходили на свидание, нам девушка, например, говорила, мальчики, вы должны же знать, да? Когда нам девушка говорит: а, меня там зовут Таня или Лена, и ты такой начинаешь нервничать, блин, как же ее зовут, такая классная девочка, и начинаешь переживать, вырабатывается адреналин, да, ты начинаешь нервничать, и чем больше нервничаешь, тем больше не можешь вспомнить, как эту девушку зовут. Не было у вас такого? Нет? Ну, понятно. Было, конечно, ну, или преподаватель, или там близкого, ну, вернее, товарища какого-то нового. Да, мы начинаем нервничать, а потом, когда сами себе говорим, все, отпусти эту ситуацию, перестань нервничать и переживать, и она где-то ночью потом, тынь, точно, Лена, да, елки-палки. Безумовно, мы не можем без эмоций реагувати на певні події в нашому житті. Але насправді мало хто замислюється над тим, що свої емоції потрібно вчитись контролювати та виховувати, так само, як інтелектуальні здібності. Давайте визначимо, що насправді значить контролювати свої емоції і чи справді це так важливо.
Ну вот Дима сказал по поводу вымещения каких-то эмоций, да, или накоплений. Контроль эмоций – это очень здорово, на самом деле, ребят. Оно в жизни очень помогает, особенно когда ты становишься либо руководителем, либо, наоборот, подчиненным, когда на тебя шеф повышает голос, а ты хочешь ему сказать то, что ты о нем думаешь, и эмоции уже полезли. То если ты скажешь действительно правду и то, что ты сейчас чувствуешь или переживаешь, это может повлиять на твою жизнь, да, там, или на твои какие-то результаты. На жизнь, может быть, не повлияет, а на результаты точно. Я за контроль эмоций, но перед контролем любых эмоций, чтобы не было вот таких плачевных ситуаций, ну, наверное, сначала надо осознать, что с тобой происходит. Да? Нужно осознать, что ты в данный момент переживаешь. То есть если мы говорим о эмоциональном интеллекте, есть такое понятие, да? То есть это умение осознавать, контролировать и управлять своим эмоциональным фоном. Поэтому первое – это осознание, а не поглощение. И очень часто мы штампуем эти эмоции, да, они там где-то у нас складываются, а потом раз – и почка отвалилась, да, или сердечко болит, или поджелудочная и так далее. Чи є такі люди, які не можуть контролювати свої емоції в силу свого характера, там, впертості чи, ну, действительно, я такие дуже эмоциональные люди. Я сейчас что-то такое неприятное скажу, готовьтесь. Человеку удобно быть упрямым. Есть люди, которым есть очень эмоциональные люди, очень импульсивные, в силу своего именно характера. И им очень удобно не контролировать свои эмоции, не контролировать и осознавать, что происходит сейчас в этот момент. И человек говорит: ну я ж красавчик, я упрямый, поэтому могу себе позволить. Или я очень люблю еще фразу оправдания человека, он говорит: я холерик, что вы от меня хотите? Да, то есть если ты холерик, ты можешь делать все, что угодно, да, и реагировать как угодно. На самом деле это просто выгода человека отпустить себя и ничего не делать, не работать над собой, не контролировать эти моменты. Алексей, а как ты контролируешь свои эмоции? Ну вот я как раз хотел спросить. Алексей, наверное, это сплошной контроль за эмоциями. На эмоциональном интеллекте вот что существует такая как бы установка в обществе или стереотип, что мужчина вот должен быть сдержанным, он должен контролировать эмоции. Ну и потом, возможно, вот как вы говорили, способ там спорта, каких-то физических нагрузок их высвобождать. И вот я, например, стараюсь их контролировать, то есть особо не показывать восторг. Ну и не особо показывать там какие-то негативные свои эмоции, ну, поскольку, мне кажется, другие люди могут этим воспользоваться. Перепрошую, вот... а в нас ще один дзвінок, ми повернемось. Доброго вечора. Ми продовжимо. Я вот хотел спросить, а вообще нормально ли это, позволительно ли мужчине и женщине, наоборот, иметь какой-то более низкий эмоциональный интеллект, а мужчине более высокий? Вообще нужно ли это? Или все люди в этом плане равны, никакой гендерной дискриминации здесь нет? Перепрошую, ми повернемось. А в нас телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене таке запитання. Чи потрібно виховувати дітей емоційно стриманими, чи варто, щоб вони вміли виплескувати ці емоції? Дякую. Дякую за питання. Якраз збігається з Льошиним. Пане Дмитро. Хорошо. Ой, слушатель, смотрите, наш уважаемый, в зависимости от того, чего вы хотите добиться и какой вы хотите, чтобы был каким ваш ребенок. Потому что если вы хотите, чтобы он был послушный, ручной, чтобы он был дома при вас все время, такой вот покладистый. Контролировать его легко можно было. Да, чтобы легко контролировать, чтобы не дай бог, не, ну, то есть... Хотя бы тогда до 40. То есть, конечно, тогда же надо сдерживать, потому что он же тогда может иначе проявляться, говорить о своих желаниях, делать какие-то поступки, изменять мир вокруг. Да, а это не всегда приятно. Это не всегда мы можем, как родители, выдержать. То есть я, как молодой родитель, заявляю, что мне не всегда приятно, когда мой сын на меня наскакивает маленький и кусает, например, да? То есть есть такое. Вот, Алексей, а твой вопрос. Опять же таки, обществу, как хорошей тревожной маме, очень выгодно, чтобы мужчины сдерживали. Прошу, у нас еще один телефонный звонок. Доброго вечера. Добрый вечер.
когда студент доказывал своему профессору, что не существует тьмы, что есть свет и тьма, а уровень тьмы определяется уровень света, что нет холода и тепла, что есть только тепло, а уровень холода определяется относительно тепла в этом холоде, и так далее, и так далее. Этим студентом оказался Эйнштейн, который потом сказал, что все относительно. Так вот, в этом вопросе, мне кажется, тоже очень много относительного. А вот есть такая система автогенной тренировки, еще буквально 10 лет назад все очень усиленно ей занимались. Я хотел бы спросить у Михаила, а почему перестали заниматься автогенной тренировкой? Она помогает владению своими эмоциями? Спасибо. Пане Дмитре, це до вас. Надо ли заниматься аутогенной тренировкой? Простите, я не совсем понял вопрос, но я точно знаю, что надо узнавать про свои эмоции и про свое тело. И если вы привели пример с Эйнштейном, то гештальт-терапевты учатся и потом обучают своих клиентов тому, чтобы узнавать, а какие ощущения сейчас у меня в теле. А где тепло, а где холод? А где пустота, а где наполненность, да? Где легко, где тяжело? Для того, чтобы потом из этих ощущений понимать, какая эмоция там. Ну, потому что мы же очень часто можем... Вот я, например, сейчас... У меня дрожат руки, и бьется сердце. И я чувствую какое-то вот такое тепло и распирание в животе. Я могу расценить эти ощущения как страх и желание куда-то убежать. Ну, потому что я всего лишь третий раз на эфире, да, я не привык работать в живом формате с камерой. А я могу расценить, ну, узнать немножко, ну, что страх — это вообще про дрожащие коленки больше, да, и про, ну, про замирание дыхания. А у меня вроде бы с ним все хорошо, и голос есть. Так может быть, это тогда про волнение и возбуждение? И тогда вопрос, да, о чем волнуюсь? Да, чтобы как-то донести вот то, что хочу вам, да, чтобы быть понятым, услышанным. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Тогда это аутогенная тренировка, если я правильно понял, она помогает. Как для третьего эфира это дуже хороший результат. А давайте мы повернемось до питання Льоші. Чи дійсно потрібно стримувати свої емоції, якщо ти хлопець? Общество, как хорошее, тревожное, заботливое. Еврейская мамочка хочет, чтобы мы держали свои эмоции при себе. Чтобы вообще было послушно. Да, чтобы мы были послушны. Мужчины, и чтобы, ну, не дай бог, не плакали. Мужчины не плачут, они сжимают свои слезы в кулак. Вместе с этими слезами сжимаются катехоламины, этот адреналин, норадреналин, да, который потом накапливается, который потом приводит просто к инфаркту в 40 лет, например. И все. Инсульт, с этой злостью. Почему вот мужчины? Почему мужчины умирают от таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, гораздо чаще, чем женщины? Почему же? Потому что что делают? Накапливают внутри. А как мужчина может сдерживать эмоции? Какие? Вы у девушек спросите, хотят ли они, чтобы мужчины сдерживали такие эмоции, как счастье при виде ее же. Нежность, трогательность. Льоші. Він говорить, що в суспільстві нашому прийнято, що чоловік повинен стримувати свої емоції і тому подібне. Але чисто так, як природньо ми закладені, рівень емоційності у жінок і чоловіків однаковий? Чи все ж таки якісь гормони і інші чинники впливають? Ну, бытует такое мнение, что женщины благодаря гормонам эмоции скачут туда-сюда, да, по полной программе. Мне кажется, что любые эмоции, что для мужчины, что для женщины, главное же их не сдерживать, а главное их осознавать. И самое главное в любой эмоции, это то, о чем Дима сказал, восприятие. Да, то есть то, как мы воспринимаем данную эмоцию и как мы относимся вообще к ней. Поэтому, но... Знаю, что есть такое мнение, и наверняка оно каким-то образом обусловлено, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Я не уверена, что есть какое-то гендерное вот это различие. Мне кажется, мужчина так же эмоционален, как и женщина. Просто мужчину научили, мальчики не плачут, да? Мужчину научили контролировать. Не плачь, ты не должен этого делать. Мальчики так себя не ведут, это недостойно. Ну,
уверена, что это правильно. А какой тогда девушке или женщине понравится, если... Как она может довериться мужчине, который плачет и при виде любых каких-то препятствий он сразу начинает расстраиваться, переживать? Нет, мы же как раз говорим не про любых препятствиях. Да? При любых препятствиях это называется юношеский подростковый возраст, когда гормоны бурлят так, что нас развезло, простите, просто и мы не можем не то что контролировать и осознавать свои эмоции, мы вообще не можем, мы находимся в состоянии чуть ли не паники и аффекта. Я говорю о каких-то глубоких, более глубинных вещах. А направо-налево, если учительница поставила там тройку по контрольной, садится рыдать, но это точно уже что-то такое запредельное, да? София? Я хотіла, все ж таки ми говоримо, що краще показувати свої емоції, але я все ж таки притримуюсь думки, що контролювати емоції – це добре. І взагалі я дуже глибоко поважаю людей, які вміють себе стримувати. Питання таке, як правильно контролювати емоції, тому що є такі професії, особливо, коли ти працюєш з дітьми. Я, наприклад, маю практику, я літом працюю в таборах з дітьми, вони настільки різні, і буває такі, що дійсно при вигляді цієї дитини тобі не подобається, як вона одягнена, як вона говорить, воно вже викликає якісь емоції. Тобі може бути бридко, тобі може бути неприємно, тобі ця дитина може реально дратувати, але ти не маєш права відноситись до них по-різному, ти повинен кожного любити. А чому, по якій причині тебе це дратує? Наприклад, я не можу, наприклад, буває таке, що запах. Дитина бігає, вона спотіла там. А почему тебя беспокоит запах? Не люблю я такий запах. Почему? Це неприємно. Потому что мама воспитывала вас по-другому. Потому что в твоем сценарии, да, в твоей сценарии жизни, у тебя вот такая картинка, должно быть вот так. А у мамы, которая воспитывает этого ребенка, у нее вот такой сценарий жизни. И этих два сценария жизни просто не подходят. И если ты понимаешь, что этот человек живет вот так, а этот человек заживет совсем по другому сценарию, либо в другом контексте, как только ты это понимаешь, что просто он совсем другой, по-другому воспитывался, в другой среде, в других ситуациях, ты начинаешь по-другому к нему относиться. Мало ли сколько причин, почему так происходит. А может, кто-то раздражается на то, что ты не блондинка, а брюнетка, правда? Я розумію, через це я запитую, як правильно цю емоцію контролювати? Чётко понимать, какие убеждения определили вот это твоё восприятие. Да? То есть вот это твоё отношение, да? Какие убеждения? Вот так не должно быть. Да? Как часто мы говорим, надо, чтобы было вот так. Надо переходить дорогу там так-то, надо кушать там с вилкой, с ножом. Надо, надо, надо. Мы накопили набор вот этих «надо» и «обязан». И в результате, дай Бог здоровья всем тем, кто вот это все делал, мы с Димой имеем вот такую прекрасную профессию. А от стосовно ще вміння контролювати свої емоції, тобто говорять, що коли людина накопичує в собі емоції різного плану, не показує їх назовні, то це погано. І якби потім оці різні проблеми і ваші професії звідти виходять. А якщо взяти просто собі людей з якогось племені в Африці, які нема в них потрібно там якихось очікувань від інших, оце контролювання емоцій, це викликане суспільством, соціумом, чи все ж це якесь фізіологічне? Можна відповідати, да? Так. Якщо Софію цю тему взяти і твій вопрос, то ми тоді приводимо к тому, що да, є різні емоції. І якщо ми до цього говорили про базові емоції, да, які даються нам всім від природи, страх, гнев, там, радость, да, ощущение счастья, отвращение, то есть еще и социальные эмоции, как социальные сдерживатели. Это стыд и вина чаще всего. Он виноват, что он так пахнет. Его мама не научила, она виновата. Да? Или мне стыдно, что я так пахну. И эти социальные сдерживатели, они говорят нам, что надо, долженствуют. Какими мы должны быть, что надо делать. И Борис Акунин заметил в каком-то своем романе о том, что если на Востоке, восточная культура, там больше стыд, со мной что-то не так, это я не так сделал, и тогда самурай, да, берет и убивает себя, то западная культура, там, если взять Америку как крайнюю точку Запада, она больше про вину, кто-то виноват. Он не такой, как должен быть. Значит, я возьму пистолет, и что? То есть, тобто всі, крім мене, і тероризм, так? Тероризм – це, так?
Да. Ну или, опять же таки, я виноват, но в связке с кем-то. Это такие одновременно и изолирующие эмоции, и в то же время связывающие, потому что от вины невозможно избавиться. Ну, дуже цікава думка. А я хочу таке затронути ще одне питання. У психології, наскільки я знаю, є таке поняття, як емоційний якір. Тобто, що це передбачає? Це коли людина у період свого життя переживає якісь певні дуже сильні емоції під час якоїсь події, і потім ця емоція настільки закарбовується у пам'яті, що вона може змінити навіть характер людини. Ну, давайте, до прикладу, візьмемо ситуацію, коли хлопець невдало освідчився дівчині в коханні, і замість того, щоб сприйняти це як звичайну невдачу, це вже буде як душевна травма на все життя. Що ви з цього приводу думаєте, пані Тетяно? Ну, якщо ми кожен раз будемо переживати, коли нам в момент освідчення відказують... Не тільки в цій ситуації. Ну, достатньо складно. Якоріння дуже важливо, і воно не стільки важливо, скільки якоріння дуже сильно впливає. Но мне очень нравится якорение положительное, да, когда мы концентрируемся на каких-то положительных аспектах, и тогда мы можем постоянно к этому процессу возвращаться. Естественно, якорение бывает, когда мы поехали куда-то отдыхать, был, например, на этом отдыхе какой-то конфликт, и якорем будет являться каждый раз, когда мы будем вспоминать вот это место отдыха, у нас уже якорь, что там был конфликт, это процесс достаточно отрицательный и негативный. Появляется, снова негативные эмоции. Да, будет проявляться этими эмоциями. Другой вопрос, опять же, мы осознаем, почему сейчас мы переживаем эту эмоцию, и не определяем эту эмоцию в категорию проблемы. Да, то есть мы можем либо в этом ковыряться и постоянно говорить о том, что это проблема, либо наоборот, ну, была ситуация. Да, почему она была? Ну, прошла, здорово. Ось, наприклад, візьмемо якусь особу, яка намагається завести собі нових друзів в якомусь новому колективі, будь-де, і вона боїться проявити свої емоції через те, що вона самотня, або вона колись самотня через те, що боїться проявити емоції. Це як? Ну, тобто, чи так, або так? Ну, может быть, мое мнение когда-то и поменяется, но вот 15 лет я занимаюсь изучением поведения личности и особенностей личности. Я могу сказать, что то, каким образом человек живет, зависит от его базовых черт характера, от его именно убеждений, эмоций, непроработанных каких-то вещей, а не наоборот. Да, что человек такой, потому что он находился в таких-то обстоятельствах. Кто-то же из этих обстоятельств выходит, кто-то с ними справляется благодаря силе воли, благодаря работе над собой, самоосознанности. Да. Но мы говорим о проявлении эмоций со знаком минус. А эти же эмоции он может проявлять со знаком плюс. Это удовлетворенность, это спокойствие, это радость, это какое-то состояние вдохновения, воодушевления, счастье. И когда мы проявляем эти эмоции таким образом, ну то есть вот такие эмоции проявляем, то однозначно к нам люди потянутся, правда? Ему легче будет обрести друзей. А если он находится в состоянии сопротивления антагонизма или там раздражения, ему придется сейчас эти эмоции подавлять. Тело честное, но глупое, правда, Дима? То есть оно же все равно покажет, и мы считываем зачастую информацию, ту, которую нам транслирует человек бессознательно. И мы видим, в каком эмоциональном состоянии находится человек. Ну, всегда вот это мы почувствуем. И, естественно, тогда оно будет в минус. А вот бывают такие ситуации, когда человек как бы свое настоящее состояние скрывает за своими эмоциями. То есть, например, в состоянии страха он начинает прикидываться каким-то более серьезным, каким он есть. Вот. Или там, например, он начинает воображать. То есть, тогда... Надменность какая-то ты имеешь в виду, да? Да, человек, да, переживает, боится, а у него процесс надмен, да, ну какой-то такой друг. И он вуалирует за своими эмоциями вот, совсем другое душевное состояние. Вот. Как в этом понимать? Ну, как тогда понять человека? Как ему можно помочь? Во-первых, мне кажется, что есть у каждого человека такой период, когда он начинает учиться понимать свои эмоции, да? И когда он
понимает, что ой, я сейчас на самом деле не мачо-мен, да, не альфа-самец. Может быть, ты об этом хотел сказать. А я на самом деле сейчас просто боюсь быть искренним там рядом с этой девушкой, которая мне нравится, или еще как-то. И если это период становления, взросления какого-то, то тогда мне кажется, что это просто ну, необходимый какой-то вот момент, чтобы человек на своих ошибках научился. Да? Но если это уже в 40 лет продолжается и все остальное, и там фуфырится, да, там приходят потом домой к маме, там борщ кушают, ну, то есть ну, до этого, это другой вопрос. София? Льоша запитав, як взагалі зрозуміти таку людину, а я запитую, от, зрозуміти, як допомогти, наприклад, людині справитись з деякими емоціями. Тому що це також, я думаю, потрібно робити правильно, тому що перед ефіром ми говорили, що коли, наприклад, ти нервуєш, тобі кажуть, спокойся, ну, візьми себе в руки, тебе це навпаки. От коли якісь там, наприклад, екстрені ситуації, коли людина нервує, від неї щось залежить, як потрібно тобі в цій ситуації, як тобі допомогти людині справитися з певними емоціями? Наверное, зависит от того, какая эмоция. Если человек в состоянии паники, то иногда и махач помогает, да? Ну, в смысле, по-разному можно этого человека привести в себя. А если, например, ребенок переживает, да, если вот вчера приходит ситуация с моим ребенком, он ударил случайно девочку, и он целую дорогу плакал, он целый вечер плакал, то я, если я ему сейчас скажу «успокойся», я ему не помогу. Да? Как я его могу в этой ситуации успокоить? Расскажи, пожалуйста, что случилось? Почему ты сейчас переживаешь, что с тобой происходит. То есть конкретным диалогом, да, пусть он сейчас выскажет, что с ним происходит. А нам что каждый день говорят? А ну-ка, соберись, тряпка. Возьми себя в руки. Возьми себя в руки, ты мужик. Да? А пусть он проговорит это. Зачем это необходимо? Не только для того, чтобы он успокоился. Это необходимо в первую очередь, чтобы он научился осознавать, что сейчас происходит. А как только он понимает процесс осознания, он уже тогда может собрать сам себя в руки, а не в момент, когда у него там прострация или состояние паники. Ну, мы же не можем взять себя в руки. Особенно то чем выше эмоции, тем ниже состояние логики. Да? И что бы мы ему сейчас ни говорили, логика выключена, она спит, ну, не знаю, что, ушла куда-нибудь. Ми сьогодні говорили про емоції. Хочемо порадити всім, що дійсно дуже важливо контролювати свої емоції, але разом з тим не боятися їх проявляти. А зараз давайте подивимось наших малюків, які розкажуть про доцільність вивчення іноземних мов. З вами було ток-шоу «Ліцеїст» і я його ведуча, швець Вероніка. Па-па!